Короче, прикол в чем. Открыл я гобокольцо, снимал этот болтик один, вернее два болтика. Один болтик был сдвинутый. Я его чуть-чуть поправил. И теперь у меня, короче, гобокольцо не совпадает с рисунком. То есть у меня получается рисунок наполовину. Один рисунок и наполовину второй. Вот он сейчас начнет тестироваться. Смотрим, да? Какое количество раз. Вот он протестировался. Там сейчас стоит в режиме аудиоконтроллера. И вот смотрим, у нас сейчас стоит. Вот проворачиваем, я думаю, видно. Видно, что у нас не совпало. Видите, рисунок не совпадает вообще. Вот я поставил, рисунок не совпадает. Я пальцем продвигаю на следующий, и следующий попадает уже четко. Почему так? Все, теперь видно четко, что все совпадает. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. Вот, теперь видно, все совпадает, все нормально прокручивается четко по леечке по нашей. Вынимаем питание. Вынимаем питание, включаем обратно прибор. То есть, вот смотрим, видите? Вот сейчас оно попадает, вот вроде бы попадает. Не совсем попадает. Я смотрю, сейчас во первом кольцо надо чуть дальше подвинуть эту полоску регулировки. Видно, что да, вот я не знаю, мне отсюда видно, что оно не совсем соосно получается. Но протестировалось. Вот все, первое движение, видно, не совпадает. Я проворачиваю пальцем и попадает четко туда, куда надо. Теперь прибор работает нормально. То есть получается, надо выставить первоначально правильно первую планку, которая будет ударяться в него и будет попадать четко с этой воронкой. Тогда у нас все будет работать нормально. Не получается мне сделать так, как надо. Короче, игрушки продолжаются. Значит, пришел к выводу к такому, что вот я специально направил лампочку, пучок света с той стороны, с линзой. И посмотрел, где у меня стоит кольцо. Я думаю, это оттуда видно, не знаю, фокусировка, конечно. Вот оно получается вот здесь. Крайняя точка, которая касается вот этого. А я думал, что вот это по центру будет стоять следующий круг, который, поскольку он там с той стороны центральный круг, думал, он как раз напротив, и все получается нормально. Неправильно. Надо выставлять так, чтобы был пол кольца. Мне не хватает это как раз этого расстояния. К этому моменту я дошел самостоятельно, блин, конечно, потерял немножко времени, минут 5, но не в этом дело. То есть получается, когда мы выставляем первоначальный круг, мы должны его ставить не вот это положение, а выставлять вот эту металлическую пластиночку в том положении, чтобы это было примерно половина, не центральная, а где-то половина, чтобы он захватывал белый вот этот край. Ну вот, в принципе, так и получилось. Вот теперь я подсвечу лампочкой с этой стороны, смотрю, что у меня получилось. И получилось все правильно. То есть нужно выставлять, как я уже говорил, что положение первоначальное было вот это вот хлястика, вот в этом положении оно было. Ой, я его разбил. Давайте попробуем. Вот я сейчас переставил, видите, верхнее самое крайнее, верхнее положение. Включаем прибор, смотрим. У нас чекается оно, видите, какую сторону. То есть оно заходит уже на белую. Практически как стробоскоп промаргивает. Видите, край лампочки там. Вот оно, это правильное положение. Это мне не нравится. У меня движки капец. Все, смотрим. Первоначальное положение, оно стоит в правильном, попадает сразу на белую, сразу открытой. То есть белый пучок света у нас лампочка включилась, и белый у нас уже есть. Видно? Видно. Теперь смотрим дальше. Совпадает? Совпадает. Совпадает? Совпадает. Совпадает, совпадает. Фух. Короче, народ, не трогайте никогда эту пластинку, блин, долбаную. Ну ее в бане, я ее сейчас потуже закручу. Еще раз проверю. Потом заклею клеем. Вот, первоначально, видите, правильно стоит. Кто столкнется с такой проблемой, пожалуйста, обратите внимание. Вот так надо выставлять. Я не знал. Вот видите, в каком положении у меня сейчас оно получается выставляется. Практически захватывает чуть-чуть белый, идет как стробирование белого. Смотрим. Идет стробирование белого. И на белый четко становится. Проверим, есть ли там белый. Сейчас лампочки подсветим, посмотрим. С этой стороны лампочку поставили. У нас, видите, практически совпадает по центру. Ну, можно сказать, почти совпадает. Можно еще чуть-чуть подвинуть, потому что, ну,
когда края бывают неровные, допустим, цвет мы смотрим лампочки, какой-то край один у нас засвечивается не так, как надо. Вот мы фокусировку проверили, я думаю, видно. Наверное, думаю, видно. Сейчас покажу, попробую так. Вот. Я думаю, видно. Вот. То есть мы пришли к тому, что у нас все по центру, но края у нас неровные. Поэтому еще чуть-чуть можно было подвинуть, буквально чуть-чуть, чтобы попадало ровно по центру. Ну, попробуем сейчас, не знаю. Значит, делаем следующие манипуляции. Для того, чтобы это все настроить, включаем прибор. Ждем, у нас прокручивается кольцо и становится в первую позицию открытое окно, белый свет. Ждем момента, когда это все включится. Я там уже столько материала снял, нужного, ненужного. Вот, у нас стало в первый момент в позиции. Выключаем здесь сканер. Опускаем лампочку и смотрим, насколько четко совпал у нас центр вот здесь. Я думаю, в принципе, там всем видно. И вот смотрим, центр у нас там. Вот, видно, центр у нас совпал. Все. В принципе, можно чуть-чуть еще подправить, но я думаю, этого достаточно. Чуть-чуть, может быть, назад. Для этого надо вот эту маленькую хлястик просто чуть-чуть его подогнуть, выгнуть. Чуть-чуть сам кончик. Вот, смотрим, я думаю, сейчас более-менее детально видно, кому надо. Вот он тестируется и становится, должен, первое положение открытое, белое. На этом этапе выключаем сканер, опускаем лампочку, смотрим на центр круга. Я думаю, в принципе, удовлетворительно, но все-таки еще чуть-чуть бы хотелось туда дальше, буквально чуть-чуть. Короче, вроде бы как-то вот так, но все равно не попадают некоторые места туда, куда надо. Вот четко видно круг, и он, видите, по краям не гладкий. На этом все. Сканер отремонтировал, лампу поменял. Вот эту металлическую пластинку поставил так, как надо. Линзу почистил, вентилятор заменил. Само кольцо почистил. Технически здесь все протер. Можно сказать, ремонт удовлетворительный. Ну, с крышкой, не знаю, потом буду искать болты. На этом все. Всем пока. Ставим лайки, комментируем, подписываемся на канал.